Всем привет! Сегодня буду украшать торт на День влюбленных. Торт я покрыла белково-заварным кремом. На сахарной бумаге распечатала вот такую картинку и приклеила ее на мастику. Декор гелем приклеила, чтобы она немножко была объемнее. Теперь я ее вот сюда приклею. Вот здесь был букет роз, я его отрезала и буду делать цветы из белково-заварного крема. Я взяла насадку 102, вот такая маленькая роза, прям совсем маленькая. Крем окрашивала краситель Кредо номер 17, цвет называется клубника. Пакетик я окрасила. И хочу делать розочки. Буду делать их на зубочистку. Такие маленькие. Делаем так. Также серединку маленькую. И несколько лепесточков. Здесь очень важно вытирать насадку, чтобы лепесточки аккуратнее смотрелись. Вот такая вот розочка получается. Теперь беру маленькие ножницы, аккуратно снимаю, и надо, и буду их приклеивать. Нужно, наверное, сделать такую подставочку. Делаем такие маленькие. Делаем себе такие подставочки для цветочка. Вот выдавила немножко, капельку такую. А теперь снимаю розочку. Я взяла насадку «Маленькая травка». Можно любую травку. Крем окрашивала, краситель «Наш кондитер», цвет «Зеленый мох». И пакетик окрасила.
Хочу сделать сначала внизу травку. Теперь я возьму насадку номер 2, маленький круг такой, одену на этот же крем, сделаю веточки. И насадка номер 66. Это такой маленький листик. У меня это самый маленький. И сделаю листики. Теперь я поставлю вот такие сердечки из мастики. Делала вот в таком силиконовом молде. Ну вот такой вот получился тортик. Такие розочки. Внутри клубничный бархат. Ссылочку оставлю под видео. Кому интересно, смотрите. И на этом буду прощаться. Всем, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!